только ордем рукой и крыл, чтоб обиды не пачкали. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы. Звуки фронтовых песен откликаются в душе каждого из сидящих в зале. Всего 10 человек с инвалидностью, ветеранов афганской войны, осталось в нашем городе. И с годами их все меньше. 8 из 10 пришли сюда, как и год, и 2, и 3 назад, чтобы снова увидеть друг друга. Увидеть тех, кому также довелось пережить то страшное военное время. Их молчание красноречивее любых слов. Просто быть рядом, вспомнить о тех, кого уже не вернуть. И пусть эти песни трогают до слез и бередят старые раны, зато... они живы. 15 февраля, да, ежегодно отмечается День памяти воинов и интернационалистов. В этом году уже 32-я годовщина. Не могли не позвать часть людей сюда, в администрацию Московского района, чтобы высказать им слова благодарности за тот пример, который показали верность своей присяге и своему мужеству. Для них является примером, да, и для подрастающего поколения, живящих сегодня в мирной Беларуси. Мы надеемся на то, что это была та последняя война, где граждане Беларуси участвовали. Белорусские солдаты выполняли свой интернациональный долг в Афганистане. Сотни тысяч наших земляков, совсем молодых, многие из которых не знали радости любви, не видели глаза своих детей, ушли воевать. Кто-то не вернулся, а вот они остались живы. И сегодня эти песни, подарки, нескончаемые слова благодарности только для них. Пользуясь моментом, хотел бы поздравить всех воинов-афганцев все-таки с днем вывода. Вот вспомнить всех погибших, мы сегодня чествуем воинам-афганцам, говорим им огромное спасибо за их героический подвиг, который они совершили. Вот. И, конечно, всем крепкого здоровья, благополучия и процветания. Был случай, когда я самый первый проходил, а после меня погибали ребята, которых приходилось вытаскивать с брони без ног, без рук. И когда ты вспоминаешь вот эти моменты, что вот это и твоя как бы судьба была, и это как бы ты был призначен, но Богом был спасен, тогда ты только обращаешься к Богу и благодаришь судьбе, что ты остался жив. В каждого человека отпечаток о службе в Афганистане остался. Это никто не может сказать. Где бы, в каком бы он подозрении не был, все равно это как психический, так и моральный удар для каждого из нас. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.